Кандидат на пост министра здравоохранения Алла Немиренко исключила из своего CV диплом мастерата. В представленных в парламент для утверждения Кабмина Натальи Гаврилицы документах ее научное звание не указано. Напомним, советника президента Аллу Немиренко обвинили в незаконном получении диплома мастерата. Она не прошла необходимый курс обучения и не сдавала экзамены, как это предусмотрено законодательством. Эту информацию уже подтвердили в Министерстве образования.